Конец. Этот Новый год. Дождусь, когда стрелка подойдет к 12 часам, а дальше чего? Да, иди. Дави кирпичи на печи. А хочешь, он, смотри, бесплатно кино «Северное сияние». Это что же такое? В потемках, что ли, вырубал-то? Потемка, не потемка. А ребятишам радость. Если бы эту елку дома весить конфетами, да пениками. Еще лучше хлебными горбухами. Вот тогда да. Сроки, когда вернешься ты домой. Молодожены. Но я жила, жила да не тобою, я все время у тебя дала. Ну, все, председатель. В мире где-то большая жизнь. Живут, понимаешь? Крылатые люди, богатыри. А что у нас? Ты каша, никакая жизнь. С Новым годом? С Новым годом. Довольно, что мы уже председателем выбрали? Да нет, Петя, недовольна. А чего так? Куда ли деревня править будет? Сама небось правила. Правила? Всего и управила. А чего выправила-то? Чего? Сама цена ни у кого доброго слова не нашлось, ни у людей, ни у райкома. Давай, сказывай-то, что за председательство на тебя жонки-то взъелись, да? Да че ж, шо там? За шо? За прыть. Надо куда попрыть. Ох, хитрина уж какая, а? Двух мужиков в заглот взяла. Другая видимость ему же вчера, а ты нет старого. Не хочу нового подать. Вот на тебя жонки взъелись. Девки, понимаешь, он на корню посохли. Зайди в любую деревню, что грибов червливых хвостя не в лесу. А нам это самое времечко, давай играть в военную игру. Мороженого не хочу, не знаю, тоже не помню. Ну что, за что пить будем? За нового председателя, за нового, так сказать, головку? Я думаю, что за новую головку погодим пить. Выпьем, когда вот сдвиги в колхозе наметятся. А, уже ж можно так. А сейчас за что выпьем? Вот хотя бы за то, чтобы за этим самым делом пореже встречаться. Что, за горючим, что ли? За горючим. Когда помогьев много работы не жди, так у меня бывало. Отец говорил. По-моему, неплохо говорил, верно, Михаил? Хорошо. А у нас не так говорят. Мы работы не боимся. Было бы хлёво. Да, вот так у нас говорят. Вот насчет хлёбого-то я много не обещаю. По крайней мере, ближайшие 2 года. Это я тебе на чистоту говорю, товарищ Житов. Я так ведь понимаешь, я тебе про какое хлебово говорю, про то, которое кусают. Ты же не слыхал присказку? Я про то! Так как же я это хлебово не обещаю? Это же значит, как прежде. Вкалывай, вкалывай, а на то, чтобы пожирать, не расшитывай. Так. Вот тебе новый председатель. Ага. Я что-то первый раз слышу.
раз Денис Першин был, и тот понимал, что народ хочет. Сказал на собрании меня либо на кладбище свезете, либо я выведу новую жизнь на большую дорогу, а ты? Да я слыхал, как смеялись председатели колхозов на совещании. Так вот, я не хочу, чтобы надо мной смеялись. Понятно. Значит, 45-й год, раз, 46-й, 47-й. Это сколько лет после войны? Люди только и ждут того, чтобы досыта пожрать. И партия одобряет, вон, в Москве по этой части большие мужики пленум собирали. А ты, значит, на все это крест не надейтесь. Еще 2 года за даром рубить, да? Я никак не говорил. Михаил, я его что? Я его неверно цитирую, да? Хорошо, я слыхал, ты плотник. Допустим, дальше. Ну так вот скажи, когда мужик новый дом строит, расскажешь, он живет? А это ты к чему говоришь? Там я сказать, что мы тоже новый колхозный дом строим? Так мы его с 30-го года строим. Человек один раз живет. Ну, спасибо, напомнил. А то я забыл. Кружовника у нас нет. Выдумывай, да? Девятник на ладан дышит. Я виноват. А грузовик? Мельница. Так и будем по всем домам греметь с журналами. Ну, понятно, понятно. В части программы разъяснено. Я к тебе другой вопрос имею, можно? Давай попробуй. Ты как к нам сюда попал-то? А? Сам добровольно поохотил? Или через начальство? Через райком. Ага. По партийной принудиловке? По партийной дисциплине. Это один хрен. Главное, что не своей охотой. А как это не важно? Нет, важно! Слово имеет председатель колхоза Лукашин Иван Дмитриевич. Товарищи, навести порядок по всей стране нам отсюда из Пекашина не под силу. Кишка тонка. А вот сделать так, чтобы здесь, в Пекашине, бардака не было, это наш долг. Наша первая заповедь – сдать хлеб государству. Вот сдадим, сколько положено, потом себя накормим. Ой, хорошо бы. Хорошо бы? Хорошо бы. А у нас по всей деревне плуга порядочного нету. Кузницу всю зиму не открывали. Ребятишки ее под горку приспособили, на задницах скатывается. Илья Максимович! Вот он. Слушай, Илья Максимович, ты согласен стать за наковальню? А почему бы нет? Я кузнечное дело люблю. С лесом развяжусь дорогой душой. Но это когда же? Когда, Маша, из леса выходит? В середке мая. Весной! Да нет, нет, это не годится. Надо, чтобы сейчас кузница дымила. Забавно, забавно, ты говоришь, председатель. Только ведь у нас какие порядки-то в районе. Ни один председатель не может своего колхозника снять с лесозаготовок без ведома райкома. А, сразу видно, что новичок. И кто же такой порядок завел? Да не мы же ее! В общем, Илья Максимович... 30-го года такой порядок идет, вот! Товарищ Ганичев и ублюдет. Илья Максимович, давай, выползай из леса. А насчет ответа, не беспокойся, это уже наша забота. Месячник по лесозаготовкам примерно то же самое, что решающий штурм укрепления врага на фронте. Все бросается в лес. Люди, лошади, припасы. Учреждения в районе закрываются. Да. Даже райком пустеет в эти дни. А нас-то чего говорить? Нас и так метут, чистят. Вдоль и поперек. Иван Дмитриевич, все в лес идут, все. Вон Петрожитова на одной ноге и то отправляет. Олену колхозного счетовода туда же ведь. Поскольку Иван Дмитриевич в колхозе, все равно считать нечего. В деревне только доярки до телятницы остаются. Скотину-то без присмотра не оставили. Ну, скотина-то не приучена на месячник откликаться. Как ты не понимаешь, что малому ребенку понятно? Да я понимаю одно, должна работать кузница. Тебе кто говорит, что не должна-то? Михаил? Эй, бабы, с которыми он по веснам пашет. Да уж кому это пахарям известно, какая у нас техника в колхозе. Если на то дело пошло, так нам не одного. Нам двоих кузнецов надо. Но кто нам позволит месячник своим умом жить? Черта с два, должна работать кузнеца. Да ничего! Тихо! Небывалое дело. Ну что? Колхозники учат сознательности председателя. И чего это новые порядки заводишь? Ты с кем это надумал? Гаврил Андреевич,
Я думал, что колхоз сам вправе распоряжаться своими колхозами. А ты не думай. Лучше будет. Я, товарищ Ганичев, руководствуюсь уставом сельхозартели и, кроме того, выполняю распоряжение райкома партии. Какое еще распоряжение? А снятие кузнецов с леса заготовок. Ой! Недавно получили, может быть, вы забыли. Вот так. Серечимы в лужу посадил. Ты забыл о другом решении райкома. В связи с объявленным по области месячником по лесозаготовкам колхозу «Новая жизнь» предлагается в двухдневный срок выделить на лесозаготовки 59 человек. За невыполнение данной директивы председатель несет личную партийную ответственность. 59. Может, у тебя лишние люди есть? Ну что ж, в таком случае вместо кузнеца я в лес поеду. Чего, чего? Председатель вместо кузнеца в лес поедет. Да блин. У нас и войну такого не было. Ну теперь будет. Председатель, как по нему. А где руководитель? А кто же в деревне править-то будет? А вот ты и будешь, Михаил. Ты все равно в деревне хозяйствуешь. Все на дрова возишь. А теперь на. Руководи! Иван Ильич! Илья Максимович, давай, зажигай огонь в кузне, а мы первые. Иван, нельзя так! Засудят! Партбилеты лишат! А вот это мы еще посмотрим! Опомнится, за ночь пойдет на попятну! Подумай! Бьешь председателю свою дорогу, то есть. Пряслину! Я. Будешь плохо руководить, привлеку к ответственности. Говорил, собрание закрыто, товарищи. Ну, чего теперь будет-то, а? Он глянет, а? Само больно. Ну, без ведома райкома. Да. Бодрак, дорогая, как минимум обеспечен, да? При желании, то могут и помилостить. Мишка, а ты с народом общий язык найдешь? А? А чего я не по-русски говорю? Ну, давай. Ашукова! Ашукова! Ашукова, мать твою! Твою мать где-нибудь! Петро! Чего, чего? У тебя был Тимофей Лубанов. Ну? А где твои дрова? Где они? Да погоди ты со своими дровами! Ты ему направление в районную больницу дала! Чего? Температура нормальная, стул нормальный! Ага! Ну понятно, понятно. Я здесь от советской власти работай, работай. Погоди, ты не знаешь, он с Лукашиным в лес уехал. Вот и что, приставлен я к нему. Я сижу сейчас, блядь. Да замолчи ты. Я твой не понимаю. Заткните, я такой мать. И все. Олег! 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 Мертвец! Я! Так сводки еще нету. Почему? Не привезли. Завтра к утру прятали. Сводка была. Сейчас. Хорошо. Вот так вот быть за председателя колхоза.
когда ты в то же самое время главный подводщик дров и сена, и еще черти знает чего, каждый, кому не лень, на тебе глотку дерет. Ну, это Сукова. Да, ешь. Ешь, нет. Ешь. Где этот Тимофей Лобанов? Дьявол бы его забрал. Ну вот как мне в сводках показывать? На лесозаготовках? А если не уехал? Если дома? Придется мотать на верхний конец деревни к Лубанову. Молочка бы немножко нету. Молочка? Молочка захотел. Молочко-то вы, Тимофей Трофимович, на маслозавод носим. 330 литров с коровы. Не слыхал? Забыл, как в деревне-то живу. Отец! Отец! Что отец? Он заробил на это молочко? Ты на это молочко заробил? Он же болен, дядя. Болен. А отца с матерью объедать не болен. Рыло-то не вороти, я правду говорю. Да какая такая болезнь? Кршала не признают. Температура нормальная. Стул нормальный. Да. Какая такая болезнь? Работы не любим, а молочко любим. Я все ждал. Придет Тимофей. Будут хлебы на старости лет. Дождались. Принимай, отец. Еще одного нахлебника, ни старого хребтина. Тянись из последних жил, а я по больницам ходить буду, тяжело воевал, в плену отсиживался. Да помолчите, пожалуйста! Тима! Это я-то? Помолчи. В своем дому помолчи. А ты, может, еще и драться со мной будешь. Давай, валяй.
Помолчал, каково отцу тогда было? Коммунар, твоя мать! Как на гармошке моя ручка, коммунар! Как кресты с церквей стаскивают, коммунар! Как рети с трибуны метать, коммунар! А как моя мать? Придумайте, что шкуру свою спасать! Добрый вечер! Чего надо? Не уехал? Чего надо? Да вот он, не уехал! Я в больницу, в район думаю. А с кем это ты надумал? В район, в больницу? У тебя направление есть? Вот что, не захотел в лес на лошади ехать. Потопаешь на своих двоих. Я бы потопал, да нет от меня в лесу толку. Ничего будет толку. Погоди, погоди. Он чего же из лесу сбежал? Дезертировал. Будет то, у нас по-разному лечат. Кого медициной, а кого и законом о труповинности помогать. Круто берешь, парень. Смотри, не споткнись. А я круто беру 42-го, когда на отца похоронную принесли. А ты тогда где был? В плену шкуры свои спасал. Мишка! А братья твои? Мужья вот их на фронте. И головы сложили. Девочка, не уходи! Папа, не уходи!
Ваню помнишь? Помню. Весело тогда в деревне-то было людно. Церковь свою служила, вы комсомол свое. Ты помнишь, как мы с Анисей за руку ходили в коммуну? И с гармонию в головушку на бок, Анисей в красном пластке, коммунарка. Праздник был. Вся деревня на угор высыпала на вас смотреть. И я выбежала, плачу, кричу. Тима, Тима, возьми меня с собой. Я ведь гордилась тобой, Тимоша. Я всем доказывала, у меня брат начальник. Какие речи ты говорил? Говорил. А песни какие пел. Наш паровоз вперед летит. Коммуне остановка. Много нет у нас пути. В руках у нас винтовка. А табак коммунарский помнишь? Помнишь, бывало, выходишь из столовой в углу, мешок с махоркой стоял. И газета приготовлена, листочками нарезана. Хочешь кури, хочешь кашу сыпь, хочешь Сашу поклади. Ух, курили! Вот это же духа. Недавно с парани Паши человек сговорились, вспомнили про тот мешок. Я, говорит, девка с той поры закурила. Меня мужик не курит, а люди курят, жалко добра. Сама буду, не могу, говорит, смотреть, как общий добро в чужой рот идет. Сказала в чужой рот. Да, ты сказала. А потом мешок-то с махоркой пропал. Хочешь курить, сама заводись. Я тут пораньше всю коммунию прокляла. Курить научили, а табак за свои денежки покупать. Какая же это коммуния? Чего, сестра, табак не хлеб бросить можно. Я 41-го не курю. Ты там бросил. Тима, ну отца-то не сердись. Он хуже крутой, но добрый, отходчивый. Ты знаешь, как он возрадовался, когда узнал, что ты жив и домой едешь. Он ко мне на скотный двор прибежал. Александра говорит, а ты знаешь, кто к нам едет-то? На улице мороз, крещение. Так он приказал каждый день баню топить, чтоб тебя прямо на полок. Не сердись, Тима, не сердись. Я не сержусь, отец, что понять можно? У меня друг был. 37-го. Ты только не знаешь, я его от верной смерти спас. Вот он меня встретил. Это когда ты оттуда возвращался? Вот туда. Соседей позвал. Вот, мол, свидетели. На всякий случай. Тима, я давно хочу тебя спросить. Почему эта коммуния наша не устояла? Земли-то сколько было? Сенокос самых лучших. Тимочка, может, тебя на плечи погреть? Может, тебе легче будет? Нет, Тима. Сестра, надо в район, в больницу попадать. Есть тут еще дорога через кладбище? Есть. А ты чего, домой ты не зайдешь? Нет, силы помереть надо. Ну ладно, я скажу нашим. Мою будку бы тебе сменить. Да разве налезут тебе мои саможонки? Погоди-ка, я тебе сейчас помощничка дам дорогу. Все полегче будет. Спасибо тебе, сестра. Thank you.
Остановка. Много дней у нас пути. В руках у нас цветок. Думать надо. Митрич сказал, должны быть посевной плуги. Где я тебе железо возьму? А я где его возьму? Я не знаю, Миша, думай. Ну что люди скажут? Поставили парня, у него ветер в голове. Надо пойти по деревням, по дворам. Может и найдется железяка какая. Здорово, ребятки, здорово. Здорово, ты сводку принес? Сводка не из веселых. С вывозкой затират. Вывозка леса упала на 32%. Зимой из-за снегопадов присели. Сейчас опять весна за полозья хвататься. А чего же это вы, ребятки, с мужиком-то сделали? С каким мужиком? Да с Тимофеем Толубановым. Встретил качаться, бедняга, едва ноги волочил. Встретил на Марьиных лугах. Идет в районную больницу. Идет еле-еле с комом в руках. Чего было делать? Пришлось завернуть коня, да подвести беднягу, не ладно, так, ребятки, не ладно. Это-ка беднягу не подвозить, его судить надо. Чего? Что ты так, Миша? Вот что, дезертир лесного фронта. Кто ему давал направление в больницу? А ты еще хочешь, чтобы мы его на лошадке катали? Тимофей Толубанов не из таких. Ну, не из таких? Вот как? Да ты, может, не веришь, что он и в плену был? Плен-то, ребятки, дело такое. Какая ж война без плена? Я сам в 21-м году был в плену у белого пляжа. Да смотря какая война. В эту войну люди насмерть стояли. И надо еще доказать, кто как сдался. Я Тимоху с 25-го года знаю. Не из таких он. Да чего вы за него заступаетесь? Ты что с ним там был? А тебе, может, он о геройствах своих рассказывал? Не рассказывал. Всю дорогу молчал. Алле. 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 Радлин. Я. Сводку давай. Сводка не из веселых. Вывоз колеса за последнюю неделю упала на 32%. Ясно почему. Весна. Весной на сани не навалишь столько, сколько зимой. Меры. Меры приняты. Лукашин увез в лес 3 мешка ячменя. Куда же больше? Лошадей кормим. Людям жрать нечего. Ты мне мешка не прятки. Голову не забивай. Ты мне людей давай. Людей. Да откуда я вам людей возьму, когда из лесу бегут? Тимофей Лобанов самоволе вышел из лесу, не имея направления от фельдшера, направился в районную больницу. Ряслин, бери бумагу, пиши, донесение прокурору. Такой-то и такой-то, под видом болезни, дезертировал с лесного фронта. Все, Ряслин, припиши. Вот так. Какого дьявола с ним миндальничать? Закон о труповинности есть, есть. Медицина болезни не подтверждает. Но я должен быть добреньким. Да за счет кого я должен быть добреньким? За счет баб, которых от грудных детишек оторвали, да в лес погнали. Или, может быть, за счет нашего председателя, который вместо тебя, Илья Максимович, в лес пошел, чтобы твой кузне огонь не потух. Интересно я кину. Ничего. Дело передадут прокурору. И с ним там разберутся. А война у нас была? Да что бы мне отец родной сказал, ежели бы узнал, что я изменник родины по головке глажу. Внесение. 24 апреля 1949 года.
27 апреля 49 года. Настоящим сообщаем, что ваш сын Тимофей Трофимович Лобанов скончался в районной больнице от рака. Не, это мотоцикл трофейный, Харлей. А трактор это новый этап в лесозаготовительном деле всей страны. А кто возглавил этот новый этап в нашем районе? Раком. Цуханов Ставров. На закуривай. Нет, Юрий кашляет теперь. Кто? Кто по неделям не слезал с трактора? Цуханов Ставров. Об этом читай газетку от 7 ноября за номером 79. Там об этом ясно сказано. А когда трактор вышел из строя, кто гнул хребтину у пня? Отдай Цуханов Ставров, а в этом смотри доску показателей входа в контору лесопутка. Графа первая, наши лучкисты. Там фамилия Цуханова Ставрова не на последнем месте. Кубики в стране даем? Даем, на красной доске висим. 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 Правильно говорю, ничего не забыл? Ну, бывай здоров. Встретимся на районном совещании сахаровцев. Подожди, Егор, а Юрий меня приехал нам. Ничего, а ничего. Георгий Суханов-Ставров прибыл на родину на заслуженный отдых. Возвращение в родные края. Спасибо. Здорово. Фасун ты какой? Че? Сапожка? Помалкивай. Чего? Да ничего, что-то расчерикалось больно. Вот что. Клуб ты нынче ходит. О, у нашего Егора все одно, но мне клуб. Законное дело, отпуск. Кто теперь на танцах-то играет, Раечка? Да она когда в балалайку побринчит. А ты, конечно, думаешь, у нас тут какой-то не пляс на уме. Слушай, я не про тебя, я про деву. Вот, понял, и все. А ты-то чего тут выстал-то? Чего выстал-то? Чего ты за Михаилом? Скажи, Егор, что... Юрий, на тракторе быстро бейся, он поехал. Ну что, Елизавета Ивановна, а какой у вас тут... Оборот по части прогресса. Чего? Ну это, народ как живет? Наш народ по 18 часов жаривает. Михаил у нас и за председателя, и за бригадира, и за мужика во всех лицах. Сено он. Баб
мне слезы дорогой не он. И перед райкомом за всех отдуваться. Михаил-то ведь наш булил, да? Про Тимофея Лубанова слыхал? Да, слыхал. Так теперь что, выздоровел? 18 часов жаривот. А как не вжаривать-то? Лукашин Буханкину тут за день обещал. Председатель у нас новый. Начальника из себя не корчит. Я с места кузнеца уехал. У тебя руки не замерзли? Чего руки? Руки, говорю, не замерзли? А я вам сколько стираю, а он... Руки. Ты смотри, не простудись. Да сам смотри, не простудись. Че, замерз, че ли? Влезай в баньку, она тепленная. Только что белье стирала. Пойдем вместе. Ага. Палец поможешь перевязать. Ну. Палец! Иди, как и так. Эй, ерунда это. Вынесу куцарапал. Разбит. Временами. Ну вот видишь, замерз. А я вот ни с колешечки не замерзла. Целый день в одном платьишке. Хоть бы с колешечки замерзла. Горячая, значит. Дело в том, что не больно скоро и развяжешь. Топором придется перерубать. Кто тебя так затянул-то? Феня Фельдшерица. Феня? Этой Фене вы еще нам перевязывать. Вот правда-правда. Да ну! Не сложишь, до пальца не дотронулась. Слушай, это как клещ-то сила, вы еще мужик называться. Да куда мы деваемся? Да спустим все 7 путов, которые положено спускать за посевную. Хорошо бы люди-то как заработали. Сердце радуется. Да, совесть-то у них есть. Председатель за плуг стал. А мы что ж, от родной земли отвернемся. Ну а тебе после болезни-то можно? Можно. Раз не подох, значит можно. Надо к жизни привыкать. Я ты так убиваешься этим ответом, Михаил. Тимофей был обречен. А кто его обрек? Война. Война. Это как рассуждать, так все можно на войну свалить. Что, разве война мало натворила? А Тимофея Лобанова не война в лес загнала, а люди. Меня плен этот проклятый с Пантелыку сбил. Я же думал, вот как. Мой отец за родину погиб, а ты, гад, в немецком плену шкуру спасал. А в плен он, может быть, и не по своей воле попал. Может, его раненого взяли, ведь может так. Может, Михаил, может.
Да не казнись ты так! Ни один же ты не разобрался с Тимофеем. Я же тоже не доглядел! Уж кому как не меня понимать. Как на один вы не легко было в плен попасть. Да я и понимал бы это. Только вот умом, не сердцем. Когда как раз я у него спросил, как он оказался в плену. Не беспокойся, говорит товарищ Лукашенко. Ну, надо знать, все знали. В общем, все охота убил поближе с ним сойтись. Жаль. Мужик по всему виду был стоящий. А меня кто окончательно сбил с Пантелыку? Это район Ганича. Ну, знаешь, в районе тоже люди. И Ганича тоже может ошибаться. Так я все же должен быть умнее района Ганичева. Может ошибаться. А ты ему поди скажи об этом в то время, когда он ошибался. Я Тимофея Лобанова с первого взгляда возненавидел. А он теперь умер. Не притворялся, не симулировал, рак в брюхе носил. И ему никто не верил. Вот почему? Кто видел, как он в плен сдался? Кто? Сеять надо, Михаил, сеять. А я вот все думаю. Жить. Неужели и дальше так будет? Неужели нельзя иначе? Слышь, Михаил, тебе вредно так волноваться. Между прочим, твой бюллетень слишком дорого колхозу обходится. Сталинский закон! Егорша! Оговнил Юрка, прибежал, говорит, Егорша приехал, так я все бросил. Думаю, можно ради друга двумя часами-то пожертвовать. Здорово, Егорша! Ох ты какой! И вырядился только! Чего вырядился? Не вырядился? В отпуск! Не просто там это, со сплава домой на побывку притопал, пришлёл. А в отпуск! Поэтому отдыхать намерен культурно его. Мое здоровье! Не мое здоровье, а здоровье рабочего класса. А ты, значит, уже на ногах, а то мне говорят, Мишка на тот свет собрался. Чего ты надумал зимой в прорубь нырять? Было дело. Давай, давай, выкладывай. Да чего выкладывать? Про Тимофея Лобанова слыхал? Слыхал. Ну так вот за ним в район, в больницу ездил. Там в районе, в больницу на него даже смотреть не мог. А когда к деревне подъехал, ты не только посмотреть, а чуть ли не целоваться пришлось с покойником. Понимаешь, речку-то перескочил по льду на санях вместе с ним. И уже к этому берегу подъезжаю, а тут полая вода на 3-4 сажения хлещет. Илья Нетесов мне с берега кричит, Мишка, давай назад. А куда назад? Лед трещит под ногами. Я на сане вскочил, коня огрел, но вперед, думаю, проскочил. А тут Илья Нетесов мне с берегу снова кричит, Мишка, ты Тимофея держи. Я назад-то оглянулся, а с него и шинель смыло, лицо полощет холодной водой. Я и упал на него, придавил к саням. Дурак! Труп спасал. А что ты стоишь-то, не шьешь, не поришь? Гостей, между прочим, иначе включай. Пошли ко мне в дом. Куда? 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 Что? Да ладно ты, я же знаю, что у меня ни хрена нету. Эх. За столом никто у нас не лишний. По заслугам каждый награжден. Чуешь, какая влага? Я думаю, тебе можно? Это... Можно. А можно? Можно? Это за тебя можно. С этим словом мы посмотрим. Нет у нас ни черных, ни цветных. Это слово каждому. Ну, вспомним счастливую детство. Давай. До встречи. До встречи.
Давай, давай, лакай. О! Слышь, давай устроим пикник. Это еще чего? Пикник, чувак. Это даже рыбалка на свежем лоне, только с большой выпивкой и с бабами. Только что-то тебя бабсилы не видать. Бабсила участки свои пашут. Ясно. Частный сектор наступает на пятки общественному. Да этому частному сектору жрать ладно, нечего. Ладно, ладно, ладно. Как у тебя на петушином фронте? Каком таком петушином фронте? Ну, это такой фронт, на который все с полным удовольствием без пугуняла. Ну, когда курей в курятнике много, а петух один, что петуху делать? Кукарекает он. Кукарекает! Давай, давай, Юра. Давай, тебе пей. Я действительно петушиный фронт. Ну, ты как? А? Ты что, а? Юра! Ну-ка, кусай, ты кусай, кусай, кусай. Ай! Юра! Юр, ты что? Юра! А? Ну? Горькая! Ну, конечно, горькая! Нет, горькая. На поцелуйные отношения перешел? Райка девка. Да ладно, все когда-то девками были, не все равно, когда обруч из бочки. Да бьет. Ладно, ладно, у нас чего понятно. Ты давай расскажи про городских. Как они? Все так же. Никаких существенных расхождений не наблюдается. Ни в натуре, ни в рельефе местности. Первым делом стараются хомут на тебя надеть. Была у меня одна хохлюшечка. Ух, блин, как курочка. Черный очи. Ну, маялся с ним. Я так, я верю. Все мимо, все за молоком. А едешь по-хорошему хочется, что значит на семейную кулию, ладно, ладно, хрен с тобой, получай обещание, женимся! Ну ясно, первый угар прошел, а нам еще. Женимся, я не говорю, коханочка, это вроде нашей дронечки. Я же говорю, ты хотела, чтобы я на тебе женился, по долгу крепче в зубах держать надо было. Он говорит, да, ты же обещание давал, он говорит, да ты что, ты он обещание еще, а, быка возьми, когда он корову не дал. Что у тебя столб со звездой? Да вот думаю, летом Тимофея Лобанова подставил. Ты мне не поможешь красной краски достать в районе. Чего не достать? Достать-то можно, только Тимофея Лобанова столб со звездой. Тебе чего краски жалко? Не жмись, я отдам. Рила не в краске дело. Лапочка, в чем? Потому что это политика. Мобильный столб красной краской вымазать политика. Да, это тоже политика. Я думаю, не в Америке, в СССР живем. Нет, слишком шикарные кладбища у нас были бы, если бы каждый захотел себе звезду на могилу. Нет. Я сперва заслужил эту звезду, потом стать. По-твоему, Тимофей Лобанов не заслужил? Не заслужил! Заслужил бы, райком бы дал знать. Первое награду сообщение в газете дается, невролог называется, вся автобиография сообщаться. У Тимофея какая автобиография? Блин, угол, да? Нет, что-то такого я в неврологах
Не читал. Не приходилось. Я маленький. Зато у меня отец да дядя голову на войне положили, чтобы я ушами хлопал. И тебе советую насчет всяких там теплых чувств покороче. За что не могут взять? Я знаю, как это делается. Работал в райкоме. Да ладно, чего ты там работал? Держался за колесо райкома с колюшки. Да. 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 Да, может быть. Может быть и за колесо. Может быть. А он тебя в бригадиры вывел. Ты меня в бригадиры вывел. Я. Сволочь! Да как это меня в бригадиры-то вывел? Раечка! Нет, погоди. Раечка! Меня в бригадиры. Раечка, сосед, это родная! Давай не на свет путь! Некогда. Да что некогда-то? Я музыку новую принес, вон Мишка рядом, не дашь убрать! Да какая же к черту музыка? Принеси на бегашенька, че что, совсем комары мозги выли? Да ладно! Смотри, где нам какая музыка, давай! Давай, давай! Райка, иди сюда, Чугловского! Райчка, соседка дорогая! Музыка где? Кому сказал? Вот так. Горячая какая, Райка, с тобой не замерзнешь. Ой. Да ты не рыпайся, не рыпайся, не так я подъезжал. Много в тебе добра сложено, Райка, а тут... Может быть, вам... Обстановочку создать? Давай! Как думаешь, Раечка, создать нам обстановочку? М? Я вообще не понимаю, из-за чего все это муть. Знаешь, а ну-ка поехали. Поехали, прокачу. Закатимся к кульке продавщицы. Работы нужно не разориться на бутылку. Поехали. Некогда мне. Участок свой пократь надо. Не-не, поехали. Я тебе покажу, что земля имеет форму чемодана. Мне лошадь на 2 часа дадена. Если я не вспашу, кто за меня вспашет? Давай пошу. Пошли! Шух ты, навозный! Сколько я тебе писал, ну опять спекашно, подавайся к нам в леспромхоз, потому что это бревно. Спустили тебя на воду, куда течение понесло, куда понесло, да понял ты, хрен с тобой. Знаешь, сколько со своим мотоциклом отдал? 5 косеньких. 5 тысяч, то есть 5! 5!
А что не в своем колхозе она орел? А сказать мне, если что ты и две подобные за свои участки, за свои сотки держитесь, не можете без своей навозной кучи, чтобы свой навоз в свою кучу падал. Такая у вас мелкая стихия, вот пока ваша сознательность отстает, нам приходится терпеть эту позорную коросту на нашей колхозной земле. Ты газетку за 10 число читал? Не читал. Как? Вот. Тюха-матюха. Земля перевернется, ты знать не будешь. На, почитай. Страница вторая. Весь район новый. Это что? За чертовщина? Это же Егор, что? Наш рабочий парень. Кто не знает на пенеге этого молодого веселого лесоруба с голубыми глазами и золотым есенинским чубом? Ох ты, расписали! Хоть на божницу ставь, даже про золотой чуб не забыли. Георгий Суханов Ставров с детства полюбил лес. И к примерному рощенным Митрофанушкам маленький Гоша понимал, что лес — это главное богатство севера. Ага. Дьявола он понимал. Война с фашистской Германией застала молодого парня за школьной скамьей. На всю жизнь запомнилось прощание с любящим отцом. Ну, сынок, сказал мастер леса, вручая свой стахановский тупор: не подкачай, будем крушить кровавого Гитлера с двух сторон. Я штыком, а ты тупором. Ну и брехня. Да когда-то отец успел ему свой стахановский топор вручить. Он тогда на Успенье был, на славе. Оттуда его на войну взяли. И юный патриот на 15-м году пошел в лес. Ему хотелось учиться овладевать теми знаниями, которые выработало человечество. Георгий Суханов Ставров – это молодая поросль рабочего класса, в которой зримо проглядывают черты коммунистической сознательности. Георгий Суханов Ставров – это новый передовой человек нашего времени. Это Егор Шатуновый. Это Егор Шатуновый передовой? Да заставить бы этого нового до передового в колхозе вкалывать, да за даром. Вот я и посмотрел бы, что запел бы этот новый до передовой. Да ладно, согласен, пускай про Егоршу в газетах отпечатает. Умеет гад работать, особенно когда начальство смотрит, тот уж никому не уступит. А я, значит, жук навозный. Я червь. Я за свои приусадебные участки держусь. Сволочи! Давайте вы возьмите ваши сотки. Я даже на колени от радости встану, только вы дайте мне на трудодень. Ну чего стало? Надумала в кино, так иди. Да ладно, ладно. Нахожусь еще по кинам-то. Совесть надо иметь. Верно? Дура, тебя заездят с этой совестью!
низко-то съемыши в новых ботинках и платье новое. Сама заработала. Это не я заработала. Искра такая, она заработает. Отправим первый обоз, но только что поправим новины. А я думаю, мужики, чего это унести? Никак ничего не подходит. Чего это не съешь, чего ждешь? А ну скажем ему, на прошлой неделе зайца поморозили. Утка на гнездо еще не села. Да ты что говоришь? Осторожно, чем приметом же собираешься? Ты-ка поговори с женой, чем он пахнет. Я тебе выговор за струячек. Какую у меня песню запоешь? Да нельзя же, черт подери, семена в мерзлую землю тыкать. В нем есть хозяйство жена. Иван Дмитриевич, письмо я обещал. Бабуханкина трудонега. Бабуханкина, у меня 400 получаться, мужики. А у меня 1000. Что? Откуда у меня 1000? Матерь 300, Лизка с ребятишами 200, у меня 500. Вот и 1000. Не важно. Главное, я буханка на день будет. Экай, вороной, белая копыта, белая кончится война, поэта не остается. Товарищ, завершилась уборка на полях. Трудящиеся нашего района рапортуют родине о досрочном выполнении плана хлебозаготовок. В этом году ваш колхоз сделал хороший шаг вперед. И в этом прежде всего заслуга вашего председателя Лукашина. Спасибо, Иван Дмитриевич! Но, как известно, товарищи, в прошлом году коварная стихия, то есть засуха, нанесла большой урон сельскому хозяйству всей нашей страны. А поэтому в нынешнем году план по заготовке хлеба по нашему району удвоен. То есть мы должны сдать в закрома родины 215%. Это тяжелая, но это почетная обязанность, товарищи. И районное руководство, и лично товарищ Подрезов выражат твердую уверенность, что ваш колхоз на деле по-боевому оправдат высокое доверие. Давай, Иван Дмитриевич. Товарищи, люди на разоренной врагом территории, что голодали, умирали, жертвовали, до сих пор голодают, живут в землянках, мерзнут в хибарах. Так неужели мы не можем им помочь? Наша первая заповедь — сдать хлеб государству. Сдали же. В
Выполнять надо, товарищи! Давай, Илья Максимович!